так. Хоча я накрасилась. Но мне не нравится. Боже, когда слышу эту музыку, вспоминаю село у бабушки, вспоминаю реальные нормальные эмоции, когда ты просто счастливый человек, без ничего. Что здесь, в Киеве, вечно какой-то пиздец. Вот для лично... Приветик, зайка. Короче, спасибо вообще. Я вас очень люблю, что меня смотрите. Я так давно не красила, что мне кажется, что я с макияжем, как будто мне лет 40, блядь. Просто мне, наверное, никто не говорит комплименты. Может, вы скажете, что я красивая? Ой, спасибо. Как я? Когда мне плохо, я хочу плакать, мне хуёво. Вы мне все комплименты говорите, что меня любите, что я красивая. Спасибо большое. Ну, мама еще мне иногда говорит, но я не могу ей дозвониться. Ну, в любом случае, спасибо вам большое. Ой, спасибо. Так, ну все, время вам показать мои босоножечки с платьишком. Смотрите, какие босоножки я купила сегодня. Смотрите. Видите? Я их так хотела, если вы только знали. Я, конечно, все деньги потратила свои. Ну, блядь, я их купила. И такое платье. Ну, сейчас я его одену. И я буду вообще... Ждем платье. Но его надо одеть. Так, вроде по макияжу, я не знаю, как вот у бабы красятся, у меня такое чувство, как будто я какую-то маску себе наложила на лицо и все. Так, все, увидитесь, турист, пишу, мне надо одеваться. Всех люблю и целую. Пожалуйста, все, я в прямом эфире.